Она уже минут 20 паркуется. Надо приблизиться. Такую дырку у нее есть. Это пипец. Наблюдала минут 5, если честно. Я побежала за камерой. Блин, у меня чайник закипел. Ну, где-то метр от бордюра. Может, она успокоится и оставит машину так? Блин, у меня чай закипел. Собака даже интересуется. Ну, это прикол. Называется, кто им дает права. Ну, только не долбани машину, блин. Она устала, она звонит по телефону, серьезно. Нет, ей кто-то позвонил. Блин, ну давай слазь с телефона. Че, мне зря тут записывать, что ли? Ладно, на паузу, покуда. Так, ну все, вроде она поговорила по телефону. Посмотрим, что будет дальше. А, машина едет. Смотрите. А, ну фигня. Ну, сам факт, то, что она даже не двинулась. Вот это прикол. Она до сих пор еще говорит по телефону. Нет, все. Так, ну что? Продолжение следует? Ой, только заднюю передачу не включи. Не. Я усыкаюсь, если честно. Да выйди ты полностью, сделай ты нормальную диагоналку. Тут к разу можно встать. Ой, блин. Это пипец. Смотрите, вон собака интересуется, думает, что ты делаешь. Она стала реально и смотрит. У меня время скоро закончится. У меня карточки не на 300 терабайт. Ой, блин. Ну, долбани еще. Я бы хотела, чтобы ты долбанил. Называется «Девушки, не покупайте права». Реально, потом будет неприкольно смотреть. Уже 3 минуты. Ну, только я что снимаю. Кто-то ей по телефону опять поговорил. Позвонил. Она так и стоит раком. Пристегнутая даже. Не отстегнулась. Блин, так это ж моя соседка с 5-го этажа. Японский бог. Она вышла. Чтоб никто не видел. Вышла, звонит. Ой, блин, машину так раком поставила. Пипец, смотрите, не проедет никто. Я балдею, что это у меня во дворе происходит. Ладно, на паузу погоду поставлю. Она соседу кричит, что не умею я. Нет, это не моя соседка. Блять, как они ездят по дороге, вот скажите, если она не умеет, видите ли. Разговаривает с кем-то с форточки.
Она так и оставила машину. Он оставляет так, смотрите. Там машина едет. Вот это прикол. Бля, ну 5 минут потом нереально смотреть. Может только устыкаться с моих комментариев. Так, ну что она делает? Там, наверное, машина едет. Подождите. Хрен его знает. ХЗ. Так, интересно. Упс, пропущено. Я представляю люди, которые владельцы вот этой вот маленькой машинки, вот этой вот серенькой машинки. Если они наблюдают. Девка так и оставляет. Короче, пойду, наверное, делать кофе. Может пойти и помочь поставить машину. Вот это прикол. Точно ей тут надо снимать. Она кого-то ждет телефона. Ладно, на паузу, походу. Короче, она позвонила кому-то из своих родственников. Это вышел, объясняет. Ой, блядь. Короче, я такой прикол первый раз вижу. Это 6 минут с паузами. То есть я на паузу ставлю. А плюс я еще до 7 минут. Плюс я до этого еще. Смотрела просто так, потом сходила за телефоном. Так, ну посмотрим, что чувак сейчас сделает. Еще одна машина. Давай, девка, учись, конченая. Если бы это не было 7 часов утра, я бы вышла, тебе помогла. Смотри. Сейчас чувак в бордюр тоже долбанет. Заглох. Завелся. И там чувак тоже не. Ой, блин. Я таких приколов не видела. Все. Шоу закончено. Аплодисменты. Ура, герой вышел. У-ху. Ладно, все, заканчиваем. Давай, обними, поцелуй. Ну. О, даже спасибо не сказала. Сучка. Ладно, все, давай.